Так. Я вроде бы должна теоретически таскать эту руку, но я ее не тащу. И, кстати, всем здравствуйте, с вами Лавик Негачей. Мастер Фре, вообще-то, я думаю, что тебе эту игру... тебе эту руку тащить совершенно не обязательно. Блин, слушай, вот, я понял, в чем идея. Тебе эта игра... Где эта рука не тащится вниз? Я думал, здесь сова. У тебя эта рука не тащится ближе ко мне, потому что эта рука мешает мне прыгать. Тебе эту руку надо тащить от меня. Видишь, какая она мерзкая. Я не хочу, чтобы она меня трогала. Поэтому эта рука мне нахрен не нужна. Явно дерево педобир. Чего? Ну ладно, я учту. Дерево педобир. Эко выдумать. Дерево педобир. И на самом деле, видел какие-то объявления насчет педобира даже где-то в РЖД. Это было странно. К чему это было вообще? Я не знаю, ё-моё. Так, эта штука, разумеется, падает, а вот это нет. Вот эта штука идет. Как всегда, надо меня спасать. Правда, она почему-то идет вверх. Потому что... Так, слушай, это опасно. Действительно опасно и действительно страшно. Причем чекпоинта... Чекпоинт-то был довольно давно, как мне кажется. Погоди. Тащи меня лучше ближе к платформе, а. О, черт побери, неужели я схватился за нее? Это было... Я думал, что ничего не получится. Это было чудом, потому что у меня ничего не получилось. Ничего. Так, а вот куда тебе надо меня теперь тащить, я понятия не имею. Ну, знаешь, на самом деле, вот теперь я понимаю, что нет, все-таки механика все-таки хорошая. Теперь уже это стало интересно. Реально интересно. Причем это, я, честно говоря, не понимаю, как вот в это играть одному. Потому что мы как-то слишком уж одновременно все это делаем. Хотя нет, ну, имеет смысл. Ну, видимо, вниз все-таки. Очень странно, я, по-моему, не могу тащить. А, все вот я можешь. Что должна была сделать. Да, и о чем? Все ты можешь. Давай еще ниже. На следующую руку. Не допрыгну, боюсь. Давай меня подвинем. Хорошо. Отлично. Эуэй! Прыгнуть, наверное. Рискнуть. Эуэй, да. Не падает. Фу, не падает. Yes. Слушай, ну я почти что при смерти, но тебе, видимо, осталось только меня чуть-чуть приподнять. Хотя, ну, нафиг, я и сам пойду. А то уже, знаешь, совсем обленилась девочка. Подними меня, ты! Мой дорогой друг. Слушай, что там справа-то? Понятно. Все, никаких вопросов. Все, мы сейчас встретимся с нашим... Почему бы это? Слушай, а зачем тогда вот эта штука? Попробуй поднять. Может быть, сова? Сомневаюсь, она бы ухала. Ага. Нет, не знаю. Возможно, какая-то для помощи. Хрен его знает, зачем она нужна. Или, возможно, сейчас действительно будет бой, и эта штука приготовится. Ага. Пригодится, я хотел сказать. О, привет! Ну вот я и говорила, наш старый друг. Ну я бы сказал, что он этот самый. Да. Старый добрый этот. Как ты его называл-то, боже мой? Анархист! Эй! Теперь ты должна меня спасать! Блин, это сложно. Ну, видимо, потому что это сложная механика. Мы можем эту кнопку просто переназначить на другую кнопку. Тебе будет проще. Ну, чтобы хотя бы это все одной рукой-то не делать. Это тебе сложно, на самом деле, только потому, что эта кнопка E у тебя слишком близко к движению. Если она у тебя была дальше от движения... Да, это на клавиатуре, по всей видимости, сложно. Так, пока что переходим. Кстати говоря, мне очень нравится внешний вид этого леса. Да, Бола! А, точно, я думаю, что такое? А я-то думаю, что тут делать надо? Да. Спасибо, нервно. Что помогла. Давай. Молодец. Видишь, как все... Фу, я уже думаю, механа. Бола. Понятно. Ну, пока что справляемся, что. Да, пока что мы молодцы. Ну, он похоже, причем у меня такое впечатление, что нету здесь босса как босса. Здесь все какое-то. О, отлично, молодец. Ага, стараюсь. Лапающая рука идиотская. Рука дерева извращенца. Ё-моё, слушай. Так. Ага. Пока что справляемся. Да. Так, вот что здесь делать, непонятно. Реально непонятно. Это уже типа момент босса, что ли? Может быть. Но что с ним делать?
Бей его! Не, я упал, это хана. Ты, если, да, если, ты если, не да. должен падать. Понятно, теперь буду знать. Это штука. И злое дерево! А, мне скорее пугает мужик, который согнулся надо мной. Ага. Так, слушай, а реально, как мне по нему стрелять-то? Так, было. Окей. А! Хотя нет, погоди. Видимо, все-таки я не должен был именно по нему попасть, потому что лед с ума сходит. Хорошо. А, слушай. Двигай меня наоборот, ближе к той штуке. Видишь, в чем логика? Ё-моё! Да, вот именно в этом. Именно в этом и логика. Ладно, все правильно. Я тебе говорю, эта игра еще легкий платформер на самом деле. Я знаю. Так. Ближе к сюда. А, отлично. Хотя и этот же. Стоим тут. Угу. Был бы неплохо, если бы его раздавило. Я сначала подумал, что в этом и суть, но... Слушай, нет, промазал. Зараза. Слушай, а как же? Хреново, чё? Блин, а! Прямо на него! Видимо, здесь много играешь ты. То есть большую роль играешь ты, у меня такое впечатление. Туда-сюда водишь, так сказать. Сначала целимся сюда, давай. Эй! Не туда! А, кстати, неплохо. Почему бы и нет? Теперь целимся туда, погоди. Или сюда тоже можно, смотри. Ты вообще где? Или тебя больше нет? А, ты есть. К счастью, да. Это хорошо. Тащи меня налево. Я думала, это баг. Правильно? Не-не-не-не-не-не-не-не. Ладно, сойдет. Фуф. Ага. Теперь тащи меня направо. Еще правее. Совсем правее. Ё-моё! Ах ты ж! Не везет. Этот... А, причем он болу отнимает, здорово. О. Я только сейчас заметил. Я думаю, что за проклятого этого самого? Далась ей эта бола! Что мы вообще делаем всю игру? А, ты чё? Это же подарок человека-совы, ни в коем случае. Тем более, если бы у нее не было бы болы... А, фу, всё-таки попал. Налево меня. На это лево? Да. О чем это я вообще? Если бы у нее не было болу, то что? То, блин, хрен его знает, я забыл, что хотел сказать. Теперь сюда. Направо меня, да. Сейчас не факт, что он пойдет. Да, чем правее, тем лучше. Молодец, отлично, прекрасно. Отлично. Кто говорил, что эта игра становится сложнее прямо под конец? Да тот Толбискин. А, все, понятно. Ну вот, игра стала сложнее под конец. Погоди, он потонул, но может быть, он бессмертен, как медведь. Или чатик. Не бяхшаролу териганнебло. Акилигак иннюхолук. Иннюхолум тобра иннюся. Исюхуличок. Ага, писец. Уже не очень. Уже какой-то призрачный придурок в костюме писца. Кстати, да, слушай, он же извращенец. Я только сейчас об этом подумал. А, черт, я думал, она умерла. Я тоже. Так, ну окей. Человека убили, страшного, очень страшного, чудовищного человека. Я бы... О, сова. Человек-убийца. К чему бы это? Ну, видимо, это он. Ну, узнаем. Mm-hmm. Или мы. Мы? Ты. Я? Сам ты человек-убийца. Ха-ха-ха. Видишь, как я прыгаю. Ошибись, я что-то не понимаю, что происходит. Наверное, еще добраться домой надо. То, нет, больше того, смотри, все еще бури. Ну, нужно узнать, откуда они взялись. Фу, блин, я только сейчас вспомнил, что вот я думаю, что это чихает дракон. А ты что думаешь? А у меня, как всегда, нет особой идеи. Блин, сейчас рванет. Везет тебе, призрачное существо. Да!
Главное, слушай, погоди, это какое-то... Точно, это кто-то вдыхает и выдыхает, смотри. 100%. Такое чувство, что да. Причем, у меня такое ощущение, что эти бури стали еще сильнее. Но, может быть, я ошибаюсь. Так. Ну, более-менее. Они стали как... Черт возьми! Видимо, надо было прыгать, когда он именно вдыхает. Да, пройти всю игру и умереть здесь. Фейспалм. Ты имеешь в виду этого... У него, наверное, да. У него, да. Это похоже на фейспалм. Вообще, я видел забавное видео. Есть же эта тема в Марио, что... Ну, по крайней мере, появилась в какой-то момент эта тема. В Марио, что, типа, разные костюмы дают разные способности. И там действительно часто было много костюмов у Марио. И я помню, было видео очень забавное, что, типа, Марио извращенец. И он все время надевает разные костюмы, там, всех этих непонятных животных. Вот. И его еще что-то там Луиджи соблазнял, там, что-то такое. О, там, вступай в наш клуб. Я знаю, тебе хочется или... Мы пришли на стену, что? Неверсиаролу кангитка и вактане. И не пошумарок. Улимак туахалу апун семитаранра. Аси пихирунник силямун семаяктиллу. Чем я актин мау апун, аноре макуарига, аси агнироктиллу тунганун, невиаксиарулум аймарвену. Добра кангитка сумман агнироутиланга. Ну офигеть теперь. Да, я совершенно не понятно, причем что делать с этим источником метели. Хотя мы опять играем, поэтому может быть что-то с этим действительно можно сделать. Насчет лопаты мне вообще понравилось. Я уже думала, я застряла и не смогу выйти. А я думаю, что ты там плывешь куда-то не туда, оказывается, это глюк. Так, давай его сюда, я смогу все сделать с ним то, что надо. Ну, почти. Если попаду. Может быть. Да! Черт! Ай! Секунду. Ура! Ё-моё, что это? А, это то, что надо. Замечательно. Так. Видимо, тебе это опять придется тащить. Осторожно, писец! Ты оттуда вообще выйдешь? Да. Интересно, что будет, если сюда пойду? Сова? Не знаю. Смерть будет, мне такое. Сова! Ощущение. Ой, ну правда сова. Толкование погоды. Интересно. Это как раз то, что с нами происходит, что ли? И возможно там еще одна сова. Я не понимаю, куда нам идти, туда или туда? Я сама не знаю. Ну давай туда пойдем. Впереди, если есть что-то, только сюжет. Впереди ты имеешь в виду сверху или справа? Вот здесь, куда я иду. Нет, тут вообще ничего нет. Проклятие. Ладно, хорошо. Главное, что это самое. Ветер помогает оттуда убегать. Так, ну зашибись, что. Стоп, а вот отсюда... Нет, отсюда я тоже выберусь. Замечательно. Ну, хорошо. Блин! Сейчас. Ну, молодец. Я тут постою, повешу. Как я позависаю. Слушай, я оттуда вообще могу до этого допрыгнуть? Не знаю. Давай попробуем. Получилось. Все, тащи меня. Ты мужчина, я знаю, ты можешь. Почему я вообще не могу их тащить своим присутствием? Это было так прикольно. Так, я не понимаю, что так, делать. Так, интересно, я могу на них умереть? Честно говоря, меня очень пугают вот эти вот... Ё-моё! Что тебя пугает? Вот эти вот штуки.
который вот на стенах здесь. Черт возьми, фу, выжил. Я думаю, это лестница. Ну, не знаю. А вот это шипы. Так, я опять упал. Помоги мне забраться. Что мне сделать-то? Побыть здесь. Сейчас, секунду. Черт, сейчас я все сделаю, у меня есть идея. Окей. Так вот, лестницы меня пугают, блин. Так, все, сидим здесь, ждем следующего порыва ветра. Угу. Да, действительно, лестница, прекрасно. Что теперь? Что? Я ж попал. Так, это интересное. В смысле? А, отлично. Здесь осторожнее. Я понял, шипы, все дела. Прыгай. Прямо сейчас. Ага. А ты иди туда, помогай. Можешь тащить пониже? Могу, конечно. Ладно, я решил рискнуть. И правильно решил рискнуть. Вот. Ё-моё, это уже какое-то полное безумие пошло. Ну реально. Слушай. У меня крыша едет немного от количества происходящего. Ты должна была быть там, я явно понимаю. Блин, я думала, что тут вторая дорога. Развилочка. Во, смотри, опять отсюда. Да, слава богу. В общем, ребят, я чувствую, что, конечно, мой комментарий теперь уже страдает, но я как-то, во-первых, уже поздно, а во-вторых, здесь реально что-то сложно. Поднимай меня наверх. По крайней мере, вы приобщитесь к игре уже. Угу. Неплохо. У меня, к сожалению, такое бывает, что то я нормально разговариваю, а то у меня крыша едет. Эуэй! Ура! Так, что у нас здесь было интересно? Или ничего не было? А, вот. Здесь... Ох, ты же чёрт. Только что оно? Я понял. Сейчас ветер должен дуть. Или не должен? Тащи меня, короче. Похоже, дело в этом. Оно идет на одной ноге! Или не на одной, погоди. Нет, на двух, все нормально. Но оно реально стрёмное. Эта штука мне, кстати, понравилась. Вот эти меня уже достали, которые зубастые. А вот это понравилось. Так, слушай. Вполне возможно, что я это должен взорвать. Сейчас, секунду. Ну вот эту резиновую штуку, да. Нет, похоже, что нет. Да, ты ударил по ней явно. Только она не сломалась. Даже не то, что не сломалась, я вообще был по барабану. Я полагаю, что так. Возможно, я могу на нее сесть. А, нет, неважно. Так, тебе придется вторую оттащить еще. Угу. Ой, представляю, как... Блин, а. Получилось. Представляю, как это достают, если играть поодиночке. Угу. Эй, нет, лиса! Я жив еще. Да? Да. Но лиса, блин, это было подло. Эй, лиса, я прям говорю, уже какой-то извращенец. Я говорю, вот так вот, знаешь, представь себе... Вроде как сидишь, а тут возвращается, о чем-то задумался о своем, о лисичьем. И, конечно, берет, просто улетает, о, какая лесенка прикольная, и тут девочка умирает, ну зашибись. Что-то такое. О, чекпоинт. Я пробую прыгнуть. Получилось. Мы к нему, видимо. Да, мы ему на спину залезаем. Вот оно что. Якобы, причем это самое, якобы. Ты ж черт побери. Это все, знаете, мне напоминает очень сильно там, во-первых, Shadow of the Colossus, или как там, Shadow of... твою маму. Сейчас вернемся. Mm-hmm. А во-вторых, мне это напоминает тоже прикольная игра, как бишь она называется-то, Бог войны тоже. Вот была на PlayStation, классная штука. Черт побери, прыгай! Молодец. Фух, просто она там немножечко замешкалась, я офигел. Прыгай! Нет. Нужен ветер. С ветром обязательно, значит. Да чёрт! Я в этом не уверен. Ну, я так думал, я не знаю. Ладно. Знаешь что, мне зато с другой стороны музыка здесь нравится. Она мне напоминает музыку в игре... Вот это вот я тебе показывал, помнишь? Клон Диабло. Прыгай! Не получается, я нажимал. Да? Сверху нельзя? Дело не вверху, я думаю. Прыгай! Ну, погоди.
нет. Я говорю, не здесь. Нет, ну погоди, ну я ж там далеко. Это я там слишком. Ты думаешь, я типа допрыгну, потому что сверху? Да. Ну окей, я тебе докажу, что нет. Ну, докажи. Ага. Я просто не знаю еще, какие варианты. Ты вот сейчас вот хочешь, чтобы я прыгнул? Я не могу. Я нажимал. Вообще. Да. Понятно. Прыгай сейчас. Без ветра. Блин. Не, я думал, может, я там не могу по каким-то другим причинам. Может, не в ветре дело. Ура, получилось, все, ура. Угу. Мы теперь не поспорим, у нас все получилось. Черт, эта штука меня еще не раздавила. Нет, да ё-моё! Слушай, это было очень опасно. Это очень опасно прямо сейчас. Ёксель-моксель! Фуф! Все, я думаю, теперь я более-менее в безопасности. Ага. Может быть, про это место говорил тот английский, хрен его знает. Так-с. По крайней мере, игра, кстати, не такая сложная, как я боялся. Да, да. Так, сейчас мы, наверное, взлетим. Нет? 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 О! Вот! Дивин. Я, кстати, не знаю, как туда залезть. Честно. Ты поцарапал себе спину насмерть. Смотри, мы опять здесь. Что? Это ж хорошо. Да. У меня опять эту хрень тащить. Я обленился. Понятно. Значит, в основном здесь сложно за девочку играть. Угу. Сейчас. Все, yes. АВХС. Мне кажется, я должен просто прыгнуть, когда он изо всех сил ударит. Так, вот сейчас вот. Похоже на то, но мимо. Еще раз попробую. Угу. Ютыщ! Yes. Полетели. Проблема только в том, что меня могут ударить вот эта штука. Так, осторожно. Все, летим. Летим. Ай. Летим. Так, я, наверное, подожду. Ура. Так, сейчас, подожди. Я это... А, Так. Вот. Молодец. Вот теперь все лучше, да. А. Причем Ершера Леорден. Это, по-моему, девочка. Украсть топор, да ты долбанулась! Не вини ее. Она направляет тебя, и ее направляет рассказчик. О, злой и великий. Вот уж злой воистину. Я-то где? А, во, в углу летаю. Так вот почему не видно ни хрена, потому что ты в углу летаешь. Так, слушай, надо украсть топор. Понятно, как. Это что было вообще? Хардкор! Слушай, да это не то, что... А, я понял. А, все не так сложно. Все не так безумно, как я подумала. Я вообще не понял, что ты подумала, ну да. Так, мне эта штука нужна. Поехали вверх, пока он меня не убил. Бала! Хуже, чем бала. Мне нужно на топор, видимо, прыгать. Прыгай! Бала! Погоди, бала. Так, погоди, прыгай, что ли, опять? Черт. Так, в какую сторону только понять? Как думаешь, в какую сторону мне надо прыгать? Влево или вправо? Наверное, вправо. Вправо. Если вообще надо прыгать, или надо стрелять? Не, видимо, стрелять не надо. Сейчас. Прыгай, сделай что-нибудь, меня не... Что-то меня занесло немного. Сейчас. Надо же. Блин. Ну, я была не права. Сори. Так, сейчас, секунду. Блин, опять не та кнопка. Я уже ненавижу эту игру. Все нормально. Хорошая игра. Да? Поиграла за девочку. Я вообще не...
Да! Аллилуйя! Аллилуйя! Эврика. Да. 22 экскурса из 24. Интересно, где все остальные. Пофиг. Ну. Полежамик таки не туа улемаутек пак. Тиумаун улемаутек пак ахралик тук на килагатахутек. Ага, гигантский. Инюк пасюм. Маликаталога ангулайтка. Это сказка норм. Он ушел с топором, пока большой человек сгребал снег. Отчего? Происходила одна метель за другой, однако большой человек заметил, как тот схватил топор и убежал вместе с ним. Че за нахрен? Это полный насрук. Это на сруке и некуда. И где мой топор? Я убегаю с топором, все. Он у меня в штанах. Вот это, и я тоже об этом подумала. Это квест. Давайте притворимся, что это квест. Так, слушай. Блин, что, это... Что? А, нет, все нормально. Все не так плохо, как я думал. Так, слушай, непонятно, что с этим делать, кстати. А, вот что с этим делать. Проклятая игра, она долго еще будет идти. Ё-моё, я умер. Видимо, нам опять на этом придется закончить. И снова перепроходить игру. Я не об этом говорю, я о том, что закончить видео. А-а-а. Ты в прошлый раз точно так же подумала. Понятно. Да, на этом нам придется закончить это грустное видео. И продолжить это все в новом грустном видео. Поэтому увидимся с вами тогда, когда я не умру, как сейчас. И эта ветка не будет маячить перед вашими глазами. Bye. Bye.